Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. К акции «Подари радость детям» присоединилась и служба заказа такси «Нон-стоп» и компания «Рост». Они подарили подарки ребятам, которые посещают реабилитационный центр «Добрый волшебник». Презенты достались и взрослым. Например, маме воспитанника «Доброго волшебника» подарили хлебопечку. Наша компания впервые решила поучаствовать в такой акции. И мы очень надеемся, что в дальнейшем мы поможем уже не одной семье, а нескольким. С большим удовольствием решили принять участие в этой акции. Также хотелось бы призвать всех сургутян, всех жителей нашего города объединяться и, скажем так, не только в честь праздника 1 июня, а стараться как можно чаще проводить такие акции. Наши друзья, компания «Обои Центр» вручила реабилитационному центру «Добрый волшебник» сертификат на приобретение строительных материалов. Такую же возможность «Обои Центр» предоставила и семье Коноверских. Сеть обувных супермаркетов «Лизет» вручила им новый телевизор, DVD-проигрыватель, а детям подарили игрушки. Хотим сказать большое спасибо, что вы к нам приехали, организаторам этой акции. Мы поздравляем всех детей с Днем защиты детей, с этим праздником. Вот. Счастья, здоровья, любви, чтобы наши дети росли в счастье, в любви. Хорошего всем настроения, конечно, мирного неба над головой. Fashion Collection. В модных заведениях твоего города.